Всем привет! Второй день первого льда у нас. Приехали в Ивановскую область на самый известный ротанник в Бородино. О, лед какой здесь! Красота! Сантиметров 10. Я думаю, пешня даже не понадобится. Смотри, какой красавенный. Кошки надо одеть, кстати. Скользко. Ага. Пошел сверлить с колпачком. Да. Я вчера тоже нарезал, смотрю, такой кисель. Угощайтесь. Вкуснее какой-нибудь. Большой нужен, нет? Да, без разницы. О, сразу же только опустил. О, и Диман сразу. Еще было? О, и у меня еще. О, ну, что-то какие-то маленькие. Тут мелкие какие-то они. Мелкие какие-то. Смотри! Вот это монстр! Офигеть! Вот это барабас! Ну, грамм 250-300, наверное. Не то слово, бомбический. Охрененный просто. Офигеть, вот это бас, блин. Ну-ка, покуда ты будешь? Да, тут, наверное, под 300. Есть еще крупный ротан в наших водоемах? Это с ним вот так вот. Ну, скорпена. Вообще не грех взять. Маленький. О, неплохой. Это одна сколько? Сантиметров 20-30. По-разному. Иногда можно прямо на дно класть. Я замечал, что он будет со дном. Да. Какой желторотый. Поздновато приехали, но форс-мажора никто не исключает. Тем более два. Нифига ты подсек. Сильно дернул. Голову-то оторвешь ему так. Здесь очень интересная тактика. То, что уходишь с лунки, возвращаешься, ловишь еще. Это лучше, чем стоять раскачивать. Он перемещается, пока первый лед. Лучше искать его активного, чем на месте сидеть. Оно и интересней. Он фактически даже без игры берет. Да. То есть, как начинает клевать, останавливаешь. И он ее доедает. Конечно. Сразу лучше не подсекать. Оторвал блесну? Ну, монстр. Бывают такие здесь. Поиск. Ну, некоторые, видишь, просто сидят на одной лунке. Тоже ловит. Он подходит со сторон на игру. Но мне не нравится. Неинтересно. Неинтересно, да. Скучно. Грамм 100-150 основная масса. Хорошо как ударил. Не, карась.
Но зимой только ротан. Его меньше не становится. У него очень короткий жизненный цикл. 8 лет всего. И очень большая плодовитость. Вот он. У щуки? Да. Не помню, по-моему, 30 лет или около того. То есть они такие прям воробушки. Быстро пожил. Дай фас, дай. Как там? Лив фас, дай ям. Нормальный. Вот хороший лунка. Вот он заглотил. Ого. Побольше. Почти ушел. Вот он покрупнее. Вот такой. За 150 точно. Не знаю, пока клюет очень активно. Прям буквально вот на лунку подходим. На блесну с подсадкой. Пашка вон плотвы нарезал. Сейчас закончится ртана. Котлета. Очень вкусная. Хороший, да-да, я видел. Грамм 200 такой, наверное. Подо льдом я прям видел, как он так. Я уж рукой не полез. Ну его счастье. С блесну размером. Такого можно целиком было насаживать. О! На свиную почку сразу. Сейчас даже вытащу. Вот он. Не монстр, но нормальный. Котлеты, фарш и бычки в томате. Но когда он собирается, сразу поклевки злее. Конкуренция возрастает. Забок, прикинь. Есть. Да везде, конечно. Но когда находишь
траву, пучок, оно, конечно, лучше. Вот здесь есть. Больше и поклевка позлее. Лучше. На кожу, да, все? О, сразу какой. На пучочек. Надо обновлять наживку. На свежую сразу. Даже можно не играть. Фига, хороший удар. Вот он. Ну, ротан неплохой. О, нормал. Какой тоже. Тоже выманил, откуда ты его. Красивый, красивый он, да. Особенно когда золотистый вот такой. Он тут разный попадается. Темный, и светлый, и золотой.
О, здесь сразу. Где он есть, он берет сразу. О, да. Ну, видишь, надо найти просто рабочую лунку. Всегда так. Вон, видишь, тоже встал. Сразу один за одним. О, и у меня хороший красавец. О, смотри, здесь клюет. Вон какие. И не стоило отсюда уходить. Там гораздо мельче. О, один за одним, смотри все какие. Разноцветные, черные, золотые. Каких только нету. Нормальный удар. И ротанчик такой, ничего. Почки сразу какой. Все-таки свежая наживка решает, чтобы запах был. Меня походу на свежий крючок нахуячил. В этой лунке прям все хорошие. О, какой. Попробуем на плотвины молоки. Конечно, они держаться не будут, но может быть на одну поклевку хватит. Просто ради интереса. Клевать будет все равно. Ему без разницы что. Вот он. Даже держится еще. Понравились ему молоки. И на удивление они висят. Не сорвало пока что.
О, какой, смотри. Рабочая лунка работает. Приходишь и сразу ловишь. О, сразу на свеженькую. Любите вы свежачок, кстати. Ох, какой. Вот так вот. Либо он собрался опять, либо тоже свежачок. Ох, нифига. Как он влупил. О! Здесь сразу, и вон какой хороший. О! И в шахту. Вот бы его такого летом на воблера половить. Мило дело. Есть. Да-да-да-да-да, сам выпрыгнул. С третьей попытки. Жабец. Офигенный просто. Еще один вот такой красавчик. Поменьше, конечно, но очень красивый. Так вот, сам породил, сам съел. Смотри, живой. Ага. Он только что его прям зарамсил. Такой уже. Ага, смотри его. Ну это. Вот на него здесь колод кружит. Ну этот живой. Thank you.
начал брать жадно. Один сошел, другой попался. Вот это контрабас. Настоячку. А я, кстати, заметил, что они настоячку хорошо реагируют. Только они его как-то очень аккуратно берут и стоят, ждут. Ага. Зубища какие там. Во. Народ почти весь разошелся. Как обычно, мы до самого конца. На снег даже нет намека. Лето, поле зеленое. Ну вот и все, друзья, подошел к концу очередной рыболовный день. Второй день первого льда для нас, второй водоем. И в отличие от вчерашнего дня, когда я ловил вот такую срань, сегодня мы оторвались. Ротан злой, жадный, поклевок очень много. Давно я этого ждал, с того года, чтобы отловиться по ротану. Сейчас предстоит процедура готовки всего этого, переработки. Будем готовить шпроты, будем готовить котлеты, вялить. В общем, весь ротан у нас уйдет впрок. Ну а на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. Если ролик понравился, ставьте лайк. Ну а я желаю вам удачи, больших трофеев и ни хвоста, ни чешуи. Всем пока!